Как работать на Копорте? Давайте покажу. Вот такие вилочные погрузчики. Модель почти у всех одинаковая. Поднимают вилами, ну, заезжают сзади, спереди, неважно. У них 16-фитовые форклифты вот эти вот. Они, ну, крутят как хотят. Ребята очень большие профессионалы. И полно-полно всяких разных моделей карховеров. И большие есть, есть. Вот те ребята, которые расцепились, они уже загрузились. И одним хламом, короче. Разгружать точно так же будут. Точно таким же форклифтом, либо сбоку, либо сзади. Пищит противно. На самом деле, снимать они не очень любят, чтобы это происходило. Собственно, как Копорт работает, вы покупаете машину на аукционе, потом оплачиваете ее, оплачиваете все-все-все платежи, хранение, там, фи-аукционы, и вам говорят, когда машину можно будет забрать. Приезжаете сюда, вам дают такое, называется, buyer number, циферки обычные. Приходите на стойку, называете эти цифры, она смотрит по системе, все ли оплачено, и вы выходите из офиса на парковку и ждете, когда вам вывезут вашу машину. Туда заезжать нельзя, но я пойду поснимаю, как там все выглядит, наверное, вот с крыши. И все, потом забираете, ставите, и дальше уже вот только машину вам бросили, она ваша стала, или то, что осталось от машины. Это вот все битье старое. Это Сакраменто, Калифорния. Человек там ездит. Огромная территория. И там еще один где-то есть рядышком. Где-то здесь есть парковка дорогих машин отдельно, чтобы, не знаю, не сильно покоцанные. А так вот, вот тачки в таком виде. Можете, кто занимается, восстанавливать битье, так они и делают, покупают, им привозят, они восстанавливают, продают и живут. Такой прям бизнес. Если вы что-то понимаете в этом, ради бога, приезжайте, вливайте бабки в экономику. Они что-то ходят, растаскивают постоянно машины, как жуки какие-то. А у меня стоит... Вот еще кому-то что-то привезли. Вот там хороший стоит Мустанг этого года модельного. Пятерочка, по-моему, даже, да? У меня рок на полном приводе, такой неплохой комплектации. Наверное, опа, не откроется багажник, аккумулятор вырублен из-за аварии. Окна уже раздербанило всю пленочку. Вот,
Значит, что внутри? Кожа-рожа, довольно богатая комплектация была. Вот сейчас вот в таком это все виде находится. Подушка не сработала водителя, но боковые все дали нормально. Хорошая комплектация. Все вот в таком вот плачевном состоянии. Там все стрельнуло. Везде-везде все стрельнуло. Но ничего, его восстановят. Значит, главное не порезаться. У него разные были стикеры, все отодрали. Вот у меня тут еще есть один раритет, который в Германию отправляется. Кое-как мы его завезли сюда. А, вот, с морды почти не пострадал. Вот с той стороны есть небольшие коцки. Я уж не знаю, как получилось так, что вот здесь вот поцарапалось. Но дверь пластиковая задняя. И вот здесь вот все покоцалось. Здесь уже, понятно, металл. То ли он лег куда-то, то ли скользил, непонятно. Ну и здесь, конечно, все задралось. Вот так. Наверное, да, скользил. Ударили и лег на бок. Да, конец уже диску. Или не конец, не знаю. Значит, это у нас Jaguar. 53-й год. Почему здесь все вот такое в земле? Дядька застрял, когда грузил. У него проблема в том, что у него заблокированы задние тормоза. И он спалил все сцепление, чтобы заехать. Это все было отдельно, все прячется вниз туда. Эта вот штука как-то там, короче, делается, не буду ничего делать. И вот здесь комья грязи есть. Она сама заводится, все нормально. Внутрь лезть неохота, если честно. Везем в Калифорнию, дальше отправляем, не в Калифорнию, в Лос-Анджелес. А там уже дальше отправка будет происходить. Хотя этот груз для enclosed, для траков, которые перевозят дорогие машины и старые машины. Здесь почему-то дед решил сэкономить и заказал открытый автовоз. Я с ним протрахался 2 часа, но только из уважения к его возрасту. Деду 82 года, сам из Финляндии сюда приехал. Давно, уже давно. Но вот решил машину вернуть обратно в Европу. А мне все никак не могут привезти тачку мою. Где же она? Какого хера забыл здесь драйвен, непонятно. То ли разворачивается, то ли груз ждет. Мне кажется, его сейчас вот ребята пинками выгонят. Хотя теоретически в драйвен можно погрузить машины. Парочку точно. Одну поставить, а потом протолкнуть второй, но которые аварийные. И он прям задрал, тут кругами ездит на самом деле. Он уже второй круг делает. Я уж не знаю, то ли он там парковаться собрался, то ли что, но имейте в виду, на драйвене вы можете взять какой-нибудь паршал, который вы можете здесь загрузить и первый скинуть. Но так не надо делать. Целее будете. Как вам такое колесо? А как вам вот такая херня? Он ростом с меня. Ну, в смысле, капот. Ну вот. Примерно так. Охренеть. Вот столько у него всего внутри. Сейчас спрошу, сколько денег потратил на эту всю херню. Зачем ему это дело? Какой-то дядька большой. Большой мексиканец. Охренеть. Я бы такой писанулся вести, но за двойную цену, наверное. Потому что займет он 2 места как раз сзади. По высоте. Ну, как я и сказал. Грузят, загрузили подальше. Не знаю, как будет крепить, но как-то будет. Стрел на еще одну, вот, ну, протащил, протолкал, точнее, вторую. Охренеть!